И хочу рассказать про, ну, возможно, моем личном наболевшем, о штуках, которые вроде бы должны быть очень простыми, но под капотом оказывается, что нет. Немножко о себе. Очень зеленый чувак из GitHub. Мы в OKeanSA очень много всего open source. Из интересного и чего доведено до ума, это Elasticsearch, IO Cassandra, IO Stack и Async.lru. И несколько других библиотек тоже скоро будут доведены до хорошего состояния. Так получилось, что часть библиотек живет в IOLib, часть на нашем аккаунте организации. Я думаю, мы скоро уладим все вопросы, и почти все это переедет в IOLibs. Из самого интересного, недавно вышел IOHttp 2.3, и там у реквеста появилась property remote. Раньше, чтобы понять, какого тебе айпишника пришли, нужно было писать простыню или руками смотреть в хедеры, не было никакой абстракции. Она была во всех фреймворках, но в HTTP не было. И сейчас пилится библиотека IOHttp remotes. Почти все время сейчас на ней работает Андрей Светлов. И там будет очень много middleware, которые помогают упростить жизнь, если, если у тебя стоит IOHttp сервер за Nginx, за ELB, за Cloudflare, и тебе нужно проверять, правильно ли к тебе прошли, пройдена ли вся цепочка всех твоих апстримов или нет. Там очень всего много, советую посмотреть. Также есть еще очень много на нашем GitHub, но там не все доведено до ума. Окей. В Async.io есть два типичных способа запустить что-то с таймаутом. Первый, он в коробочке, он очень простой, он называется wait for. Мы говорим, какая функция, сколько секунд есть времени на исполнение, собственно, и все. Дальше есть сторонняя библиотека, называется Async Timeout. У нее есть удобный контекстный менеджер. Мы говорим, что весь код, который ниже этой штуки, имеет 10 секунд на исполнение. Работают они примерно одинаково. Если что-то происходит не так, у нас появляется огромный трейсбэк, и в нем всегда будет два ключевых аспекта. Первый, что внутри оба тайм-аут работают, что они находят таску, которая сейчас крутится, бросают ей cancel, дальше этот cancel просто переворачивает тайм-аут error. То есть в любом случае будет отмена, и потом write async.io тайм-аут error. Окей. Дальше есть проблема, что часто люди путают, что весь код, который написан в этих функциях под контекстным менеджером или под wait for, имеет очень жесткое время на ограничение. Но это время очень расплывчато. Если мы напишем очень много синхронного кода, начнем умножать там матрицы, что-то делать, то это во время этих операций невозможно получить timeout error. Дальше часто запускают loop run in executor, какой-то синхронный код, и авейтят этот кусок, и тайм-аут влетает, но все, что запустилось в экзекуторе в отдельном треде, продолжает работать, и там часто получается, что там слишком много всего, и уже никому не надо, но с треда остановить это нельзя. Тайм-аут error может вылететь только на инструкциях await или yield from, но он даже, как оказывается, не всегда может и вылететь. Дальше сейчас будет интересный пример. Вот есть какие идеи, что сделает этот код? Я надеюсь, хорошо видно. Тут у меня небольшие проблемы с освещением. Я могу открыть Sublime. Там должно быть красивее. У нас есть просто три функции, которые крутятся параллельно в бэкграунде, и есть асинхронная версия принта. То есть если на это посмотреть, ну, с первого взгляда кажется, что 1, 2, 3 будут все время вводиться в разнобой. Но на самом деле здесь не происходит переключение контроля async.io loop, и все они выполняться будут просто один за одним. Сначала запустится первый, второй, третий, и даже если у нас будет где-то здесь тайм-аут и нет нигде переключения лупы, то никакого тайм-аута не произойдет. То есть не весь асинхронный код является асинхронным. Если у нас нет никаких инструкций, которые ожидают внешние фьючи или делают какие-то IO операции, то тайм-аут туда никогда не попадет, даже если у нас есть инструкция await. Чтобы этого избежать, в нашем асинхронном коде почти всегда и везде есть фьючи какие-то или слипы, или обращения по его операциям. Сейчас, где мои слайды? Если мы ставим sleep 0, то здесь получится все будет происходить так, как ожидалось, в разнобой. То есть sleep 0 передает управление другой корутине, и другая корутина уже сделает свой print.
И получается, что тайм-аут может влететь только в тот момент, когда в вашу корутину возвращается управление. Если ваша корутина никогда никому не передавала управление, то и тайм-аут тоже не произойдет. Также, если ваш код ожидает какую-то фьючу, то тут тоже есть два варианта. Первый вариант, что если эта фьюча уже имеет свой результат, то фьюча, которая уже разовывалась, тоже не передает управление. И тут начинается каша. Непонятно, передастся управление, непонятно. И все очень запутано. Вот, допустим, этот код никогда не передаст управление. И как бы очень печально. Сейчас, я извиняюсь, у меня сбились слайды. Не то должно было быть, не тот заголовок. Да, то есть здесь мы фактически сделали ЦПУ операцию, начали асинхронно очень много раз принтовать. Но здесь мы сделали переключение лупы. Здесь произойдет тайм-аут, и мы получим наш тайм-аут эррор. В отличие от примера, где мы просто принтуем самым первым, то все отпринтуется, никакого тайм-аута не вылетит. Дальше есть очень интересный кейс, что будет, если сказать, что у этой функции есть 0 секунд на выполнение. Зачем это может понадобиться? Конкретно мне это понадобилось, есть агрегатор исключений Sentry, который все знают, и для Async.io у него есть клиент Raven HTTP. Raven HTTP в прошлых версиях на каждое исключение создавал Async.io таску, и когда ваше приложение останавливалось, не было интерфейса подождать, что все, что Raven тянул в себя, отправил на Sentry. То есть если у нас приложение останавливалось, и у нас были и там исключения, там 10 тысяч, 20 тысяч, то они просто пропадали в никуда. Мне это не подходило, и это нужно было пофиксить, и в сам Raven HTTP я добавлял Graceful Shutdown, чтобы можно было подождать, что новое исключение уже не принимает Raven, но все, что у него есть, он отправит на Sentry сервер. Дальше тут нужно было добавить два режима работы. Первый режим, что давай закрывайся, и все, что у тебя есть, отправлять не надо. Второй, давай дождемся отправки всего, и только потом побежим дальше. И я захотел сделать один интерфейс, который бы принимал тайм-аут, сколько у него есть времени на исполнение. То есть 0 секунд, значит, закрывайся сразу, там, нан, бежи бесконечно, или там 5 секунд, это ну, да, самый реальный кейс, что мы даем 5 секунд там, подумать нашему логингу, что все, что есть, отправляй, все, что успеешь, молодец, все остальное, ну ладно, хрен с ним. Но тут получается очень интересный пример, что тайм-аут 0 не значит 0. Он значит 0 и еще чуть-чуть, сколько немножко повезет. То есть здесь я ожидал увидеть тайм-аут эррор, но здесь будет дан. То есть 0 под капотом работает, что вызывается фьюча, которая разовывается на loop call add, и call add будет текущее время плюс тайм-аут. А так как у нас текущее время равно нашему времени, то все одно будет switch и все. То есть 0 не 0. Это очень интересная штука, которая очень сильно меня сбила. Дальше есть вторая реализация тайм-аута async тайм-аут, и там была та же проблема, что если мы хотим чему-то сказать или дать публичный интерфейс к своим библиотекам, что у тебя есть 0 секунд, то это сделать нельзя. В Async Timeout 2.0 появился патч, который улучшает эту ситуацию, но полностью ее не исправляет. Теперь 0 сработает быстрее, чем было до этого, он будет использовать loop call soon, но все равно имеет некоторое время на исполнение. Python 3.7 для WaitFor приняли мой патч, и вот это на 3.7 скажет timeout error, и что сюда даже не зайдет. Это то, что очень сильно мне не нравилось. Дальше. Ну, в целом, это очень был у меня своеобразный кейс. Там, где timeout равно 0, лучше никогда не использовать, потому что все будет очень сложно. Но кроме как публичный интерфейс и ваших библиотек, это нигде не может понадобиться. Собственно, про тайм-ауты совсем чуть-чуть. И еще есть две штуки, которые фактически являются обе багами в питоне. Если мы с Async.io бежим на какой-то сайт с кириллицей, то есть там МВД, РФ, не знаю, китайский домен, и там есть SSL-сертификат, то он всегда завалится, даже если он валидный. То есть это баги 3-4 года, об этом узнали буквально пару недель назад. Это, в общем, страшная бага. Починить, ну, вот пример, мы идем по HTTP-шкой на что-то там RF,
И это завалится сертификат эррором, и все. Это в самом питоне такая проблема. Есть маленький патч, который мы сделали в OCEAN.SA, что если у нас версия питона, в которой еще нет этого патча, чинит нормальное поведение, мы можем валидно проверять сертификаты. То есть вот эта штука, я настоятельно советую всем ее ставить, если вы бегаете на незнакомые сайты, которые под HTTPS, то ни один, все async.io, все любые библиотеки, не только HTTP, не поддерживают верификацию этих доменов. Дальше. Я уже в прошлый раз рассказывал, что async.io Gather очень страшная штука, и там много под капотом разных проблем. Недавно была обнаружена еще одна интересная бага. Если мы запустим три корутины, это вот такой пример, что первая корутина спит секунду, печатает один, вторая корутина печатает два, сразу валится, третья корутина спит три секунды и печатает три, то в документации Gather написано, что если валится одна, то валится сразу и все. Но это не так. Если завалить сам Gather, то он под капотом завалит все остальные. Но если из Gather отвалится только первая, то момент вот этого вета получит исключение, но эти два под капотом будут работать. То есть по факту этот код напишет Zero Division Error, по спид секунду напишет один, по спид три секунды напишет три. И получается, что Gather просто вестит ресурсы, которые… Ну, нет реального кейса, когда ты делал Gather, и тебе вот эти два теперь еще надо, которым ты уже не имеешь управления, не можешь спросить, у них явно закончились или нет, а этот завалился. Есть такая штука async.io monkey, там есть 6-7 monkey патчей, которые все это чинят, кому интересно юзать. Ну, в async.io там мы насобирали уже 6 или 7, я не помню, разных патчей, два патча на Gather, один что чинит это, другой, что Gather ничего не логает. Дальше в async.io локи версии Python 3.5, 3.6 есть deadlock, который тоже надо патчить. И патчит get event loop, разучивает обратно, если кому вот это нужно. То есть как-то так. Самое интересное — это IDNA и SSL. И все. Я надеюсь, какие-то вопросы есть, и я не сильно взорвал мозг, потому что всего очень много, и хотелось очень быстро все это рассказать. В текущем про SSL висит pull request, он чинит это в C, и он сейчас открыт, его, скорее всего, мержат, но еще пройдет какое-то время, и это в лучшем случае будет для Python 3.7, обязательно будет backport 3.6, но 3.5 не будет. То есть если у вас Debian, Python 3.5, и вы ходите по SSL, то у вас выбора нет. Gather вид ответил, что это фича. Ну, если в документации написано одно, но если открыть исходники и почитать докстрим, там написано, что когда умирает одна, остальные продолжают работать. Но всегда 100% люди ожидали, что если падает одно, то остальное не надо, и все валится. Gather не поменяется. Если хочется своего поведения, то async.io monkey, from async.io monkey, import patch Gather, и все. По-другому не будет. Патчик, возможно, я согласен. Хорошая идея, надо написать документацию, что да, отличная идея, как-то сам до этого не дошел, что надо расписать, что если завалить сам Gather, то всех, кого он крутит, он бросит им канцы. Но если умрет одна, то остальные продолжают. Да, это нужно дописать. Yeah. Ставьте патчи, надеюсь, в питоне это все скоро пофиксится. SSL выйдет в 3.7, Gateport тоже выйдет в 3.7, он уже там есть. Да. Патчики Gather, вместо того, чтобы написать свой, потому что там еще другие люди могут использоваться, они могут рассчитывать. Реально нет такого случая, что ты в Gather, если ты передаешь функцию, то оно под капотом завернется в таску. Но у тебя уже нет интерфейса доступа к этой таске, ты ничего с ней сделать не можешь. У тебя просто здесь стоит исключение и все. Ты не можешь. То есть оно у тебя завалилось, ты знаешь, что завалилось, допустим, первое, и хочешь подождать вторую и третью. У тебя нет к нему интерфейса. Единственный способ — это самому создать таски и в газет передать уже явную таску. Но так не делает ни одна библиотека, ни один клиентский код. То есть, ну, оно с очень маленькой вероятностью может где-то что-то засайд-эффектить, но
учитывая, сколько у нас на проекте крутится, своего липсы нашего, ну, это ни разу не уплывало, и это просто чуть-чуть экономит ресурсы. И вторая проблема Gazer, что Gazer, когда таска достроится, ее не логает. Это тоже фича питона, а SimpleMonkey это тоже патчит обратно. Но, то есть у тебя, ты не видишь, что у тебя что-то крутится, и ты не видишь, что это, когда крутилось, сломалось. То есть это очень гадкая ситуация. Gazer это черная коробочка. Сейчас идет обсуждение, что добавится новый таск групп API, в котором будет много крутилок, а не просто Gazer и все. Потому что не хочется ломать обратную совместимость, но проблема есть. Также, возможно, Python 3.7 Async Timeout тоже вернется. Он раньше был в Python, его удалили, но, возможно, 3.7 он вернется. Будет два интерфейса, Wait For и Timeout, но они будут работать немножко по-другому. Ну, немножко по-разному, не одинаково. Это из-за того, что Timeout должен вернуть контекстный менеджер, и если у нас есть 0 секунд на поспать, мы все равно должны вернуться в контекстный менеджер и только потом себя убить. То есть, чуть-чуть по-разному. Там будет 0 жесткого wait for, а в async timeout 0 и следующая итерация будет. Ну, еще хочу, еще раз, я, возможно, вначале очень быстро сказал, что если ваш код не делает, не ожидает никаких фьючи, не делает никакого IO, то никакой timeout вам никогда не улетит. Он улетает только на переключение управления лупом на вашу корутину. Еще есть вопросы? Окей. Спасибо.